Привет, земляне. Смотрите, какое красивое небо сегодня. Замечательное небо. На улице прекрасная весенняя погода. Уже, вон даже, видите, листья распускаются вовсю. А что я хотел сегодня рассказать вам? Открываю сайт Росбалта. Ссылка в описании. И читаю. Почему не вводится ЧС? И там первый заместитель начальника главного управления по городу-герою Ленинграду, он же Петербург, вещает, что при введении ЧС там вводятся ограничения, вводится карточная система, проводится мобилизация. Вот после этого мне вот хочется взять этого товарища первого заместителя и запинать в подворотне ботинками и добить его ссаными тряпками. Такого бреда. Честно говоря, я нигде никогда не слышал. Можно, конечно, взять документы, первоисточники, и посмотреть, что такое режим ЧС, какие мероприятия проводятся. И могу сразу же сказать, что нигде вы не найдете такой замечательной вещи, как мобилизация. Потому что мобилизация – это военное время. Если человек в этом не понимает, то зачем несет ахинею? Но есть второй вариант. Он не несет ахинею, ему сказали так говорить. Ему сказали оправдывать действия нашей власти. И он старается изо всех сил. Ну, возможно, совмещение этих вариантов, но тогда это совсем печально. Еще немножечко о текущем моменте. Ой, вышел в свет фильм, там показывают по России, по РТР, «Россия-1». Это как-то Зулейха или Зулейха, не знаю, как правильно ударение ставится. Открывает глаза, что-то так. Ой, мама дорогая, блядь. Я знаю, что наша власть ворует. И есть судебные дела, и там под следствием находятся министры. Одного осудили. Силовики там уже тоннами тащат деньги, блядь. Там, знаете, уже там не миллиардами, уже тоннами. Ну и, разумеется, они не забывают воровать историю и врать. Рассказывать какие-то жуткие вещи, там, перетряхивать белье, рассказывать то, чего не было, добавлять того, чего не было. И потом обижается вот эта самая Чулпан Хаматова, что на нее идет давление, ей полную панамку мужских писек напихали. Да именно потому это напихали, что ты сволочь, Хаматова. Снимаешься в бездарных вещах. Хорошая актриса была, но теперь уже в бездарных вещах зашкварила себя полностью. Почему это происходит? Ну, потому что идеал нашей власти РКМП, то есть России, которую мы потеряли, царь-батюшка и хруст французской булки. Только не забывайте, что булкой хрустело мало, остальные не имели никаких прав фактически. И жили в нищете, были безграмотны. И вот сейчас мы возвращаемся к этому идеалу. Класс господ сформировался. Не только наглые воры, так они еще и хотят, чтобы их уважали за это, чтобы их не критиковали. Ну, вот такая вот у нас ситуация сегодня. В общем, не хотел я ничего плохого говорить, но пришлось. Вынуждают. Ладно, друзья, все впереди праздник Пасхи, там, кто верующий, вам желаю его провести там в соответствии с канонами, остальным просто поесть яиц, покрасить там, испечь куличей и встретить этот праздник. Всем пока.